Всем привет, это канал Amphimerium. Мы играем в игру Dark Code, первая часть, думаю, это последняя серия. Я решила закончить Dark Code, потому что это игра, в которой нужно очень много бегать. Из-за того, что надо очень много бегать, я буду очень много не пропускать заливку видео. Итак, я на выходных уезжаю в другой город и не могу заливать видео. А тут еще и Dark Code, который постоянно нужно бегать, качать оружие. Сейчас я покажу, до какого прокачала свое оружие шамшир. Максимальная выносливость, скорость, магия. Ветер, святость, лед и немного антинежить, антинеба и прочее, прочее. Я думаю закончить на этой серии с Dark Code, поскольку, ну, я уже объяснила, то, что нужно слишком много бегать. И это сложно для меня. Да, это бегать в этой игре интересно, захватывающе. Забыла, что хотела. Захватывающе. Но я лучше заранее подберу игры, где не требуется много так бегать. Хватит, хватит. Много бегать впустую, то есть не на запись. Где не надо слишком много качаться. Это игры Rune of Rose, Rayman. Знаю. Ну и еще посмотрю. Я уверена, что еще есть такие, где можно побегать, не прокачиваясь, просто бродилки, приключения. Если вы хотите, вы всегда можете предложить игру, которую вы хотите увидеть на моем канале. Плюс у меня что-то джойстик начал подлагивать. Не джойстик, а... Ой. Я хотела сохраниться, но да ладно. Сохранка все равно рядом. Сейчас вы увидите, сколько монстров мне пришлось убить. На начальных уровнях, конечно, больше, потому что прокачивая с нуля снаряжение, примерно на пятом уровне, на третьем, на пятом, уже сложнее, поскольку появляются каменные, выносливость оружия быстро тратится и прочее, прочее. Так, начнем 10 уровень. Я же взяла это оружие. Да. Мне кажется, или еще слишком много сейчас слишком громко сейчас настрою. Ну, я подкрутила наушники. Может, вам нормально, может, нет, я не знаю. Если что, я потом проверю, но исправить потом не смогу. Ух, блин. Клоун. Так, все счастливы. Подарок от счастливого клоуна. Выбирай любой. Давай большой. Зачем? Ладно, продам. Да, я стала сильнее. Некоторых монстров с одного удара убиваю. Ух, точно. Еще в этой... Вот расскажу, помимо того, что уже известно, еще в этой игре есть рыбалка. То есть скоротать время мы можем с помощью рыбалки. И я не помню, в этой части есть? Нет, вроде бы нету. Но есть еще гольф. Гольф тоже интересен, там можно выигрывать разные призы. Я просто сейчас сижу и думаю, лама? Разве тут еще у кого-то была лама? Лама. Урна,
Просто это немного ввело меня в ступор. Когда у нас у того персонажа, у... Как тебя зовут? Тоан, вот. У Тоана энергия тратится на простой удар такой, то... Ну, то есть на атаку, чтобы еще и повредить этого монстра, то у Мяо тратится еще и на выстрел. На попадание не влияет, а вот если ты случайно выстрелишь, то оружие чуть-чуть поломается. Я, возможно, Dark World буду проходить для себя, то есть не на запись, потому что мне интересно, ностальгия. К тому же я не смогла победить босса тогда. Столько всего хочется сделать. И думаю, поскольку я уже играла во множество игр, то проходить Dark World мне будет намного легче, чем раньше, когда было... Когда я даже в онлайн-игры не играла. Деревья. Зеленое наслаждение. Хата. Так, денег стало больше, хорошо. Еще какое-то время, пока я бегала, у меня было перо Драна, и оно почему-то не ломалось. А перо Драна позволяет ускорить персонажа. И с этим пером я бегала по подземелью, бегала, а потом меня убили. Монстры стали сильнее с помощью удара энергии, и моего персонажа убили, к сожалению. И сохранка была далеко, так что этого пера у меня не было. При нахождении еще одного у меня уже оно не было бесконечным, оно сломалось даже, ну, за одно подземелье, то есть когда я там пробежал, к примеру, 5 подземелий без остановки. Я, конечно, сожалею, что сломалось это перо. Хотелось бы еще такое багнутое перо найти. Но навряд ли удача улыбнется еще раз. Ну, точнее, игра угонется навряд ли. Мне нравятся такие вот пещеры, когда сделаны. Тут во многих играх в пещерах драгоценные камни, которые якобы освещают саму пещеру. Но в этой пещере факела стоят. Это намного логичнее, чем кристаллы, которые никто еще не выкопал, не украл. Кстати, странно, мимиков нету. Но это же и хорошо. И ко мне. Эта деревня не единственная, то есть у нас будет множество городов. Лесной. Нет, да, не помню. Да, в лесу мы будем бегать, в подземельях. Так, сейчас. И снова здесь, и снова с вами. Покиньте тюрьму на время. Ну, навряд ли мы за это время успеем, ну, за эту серию, сделаем всю деревню. Хотя хотелось бы. Деревья, деревья. Тыщ. Так, разносторонняя девочка. Угу. У него старшая сестра, повар. У него, значит, младший брат. Да, четырехногий. Лестница.
Чего нет, того нет. Где кот? Вот он кот. Да. Кот, чего бы тебе хотелось бы? Эй, Тон, брат, ты цел? Мне казалось, что ты погиб. А как перестроиться? Я не знаю. Когда это закончится? Спросил сестры. Хочу, чтобы мое хранилище с моими драгоценностями вернулось. Колючка. Я не помню, когда нам дадут уточку, но явно не здесь. Вкусная вода. Так, нужно сохраниться, а то мы тогда не сохранились. И сейчас опять вылетит, и неприятно будет. Вжух. Мими. Адамский фрукт. Тыква. Ба. 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 Так, что у нас? Тыква увеличивает запас показателя жажды. Это мы кошечки. Так, увеличивает максимальное здоровье. Давай тебе. А. Ну и ладно. Слушай, а где твоя сестра? Это не она? Она. Ать, где ты? Ать. Привет. Ох, это ты, Тон. Так ты в порядке? Меня закрыли в странной штуке, но я не многое помню. Но здорово знать, что мы оба в безопасности. А, знаешь, эти мускулистые братья совсем не мой тип. Когда-то я помог дяде Пайку переехать в новый дом. Он дал мне это, но я его не использовал. Я не могу его выкинуть в мусор. Поэтому я дам тебе идет. Хочу лампу у входной двери, но очень страшно в темноте. Ладно. Понятно. Переместить. А, мой дом. Дом Пэш. Так, с тебя пока сюда. Ай. Ей-ей. Такс. Лампы у меня тоже нету, зато у меня есть хранилище. Да. Что у нас еще есть? Ладно, так. Кто это ходит? О! Да, отлично! А, ну это лучше повар навсегда, только понюхать я рад. Хорошо, ты рад.
Хочу, чтобы с драгоценностями вернуться. Вернулись вроде бы уже. Знаешь, не мой тип. Очень страшно. Порошок ремонта. Ладно, замечательно. И что у нас есть на продаже? Много вещей. Магазинчик. Два, четыре, шесть, семь, восемь. И один порошочек побега. Замечательно. Так, тут все еще всех устраивает? А, нет, стоп, хватит. Так, ты кто? Ты мне не нужен. Все хорошо. Тогда сейчас сохраняемся и бежим в тюрьму. О, а что это тут? Ой. Благодаря загадочной силе Мяу был вызван. Другие персонажи здесь недоступны. О, вот это лягушка, опарыш. Очень легко убивается. К нему опасно подходить близко, так что... Ну, прицелься. Он же совсем близко. Опачки. Он опарыш опасен тем, что если подойти близко, он плюхается на животик. И это наносит ему много урона. Ой. Чуть все сложненько. Дракон. Фух. А, погодите, я с огненным уроном. А есть что-нибудь еще? Нет, только огненный. Плохо. Ах ты. Да.
Починить оружие надо. И все ради 16 монеток. Так, тут у нас нет ключа. Зато с мышками легко справляемся. Так, взрывчатка. Дайте рогаточку новую. Мне рогатка нужна. Мяу, симпатичненькая такая, ушки, бегать так миленько. Такс. Будешь ждать, убегать от меня. Что там, дракон или... Опарыш. Видите, он такой миленький. Герб Драна. Удар энергии, который мне уже не нужен. Сила магии. Лед. О, лед, кажется, для Тоана нужен. Для его оружия. И карта. Угу. Получается, что удар энергии. Иди сюда, я тебя не вижу. Давай, ближе, ближе. Напиток стамины. Так, кажется, он позволяет получить удар энергии. Оружие скрапнется. Его нужно в статус превратить. Но, блин, у меня не во что вставить потом в полученный камень. Один монстр, у нас есть ключ. Зачем я сюда бегу? Затем, чтобы подлечиться. К тому же монстр слабенький. Ключик. Где он тут? Вот он у нас.
На следующий этаж возьмем Тома. Угу, статуя. Вот статуя с одного удара, а куртка, блин, с двух. Ну, серьезно. Хата. Нам нужна лампа и лестница. Так, лестница, лестница, необычная лестница. Еще нам нужны крылья и еще один дом. Два. Один. Не помню. Лама. Два. Два дома нам еще нужно. Ой, ты чё? Вот это да. Совсем его не помню. Вот опарыша помню. Опарыш есть опарыш. Так, у нас две хаты. Да, два дома, две хаты. Тетя Аура. Ю. И нету. Опачки. Так, статус. 12 этаж, а босс, кажется, на 20-м, на 18-м, на 15-м. Да, можно закончить эту деревню и... И закончить вообще серии этой. Вторую часть, я не знаю, проходить или нет. Ну, можно показать ее. Вторая часть интереснее, немного там графика получше и снаряжение у героев, то есть внешность их меняется. Лестница. Это та лестница, которая нам нужна. Ловушка. А, у меня есть? Такс. Что за ловушка? Яд это плохо, взрывчатка тоже. Что у нас со здоровьем? Попробуем сейчас выяснить, что это яд. Да. И да, рогатка. Такс, ага. О! О! Вот я тупанула. О, она еще крадет. Угу. Что из тебя строится? Атака, выносливость, скорость. Ой-ой-ой. Выносливость, скорость. Ой-ой-ой. Хорошо-то как. Кстати, нет, не союзники. Кстати, тут менюшечка союзников такая красивенькая. Что там нужно во втором? Рыбы и магия. Куча всего, которого металла у меня нет. Антимага тоже нет. Зато вам нужна атака, которую мы вот так вот еще поднимем. Опачки.
прокачивать персонажей в таких играх одно удовольствие, то есть особенно с крафтовой частью. А во второй части тоже можно крафтить различные оружия и много исходов. Необычных внешних видов. Еще во второй части задание не только вот поставь меня там. Некоторые города вообще такого не требуют. Но да, стартовый город такого не требует. Но некоторые просят вот узнай имя того-то, того-то, или либо сфотографируй для меня вот 20 цветов. Сыграй со мной в карты, напомни, как меня зовут, и прочее, и прочее. Тогда у меня не было компьютера, и я не могла узнать, как это пройти, и... Ой! Опа! Вот так тебе. Кто же знал, что мимики так легко убиваются? А еще у нее кража, может что-то украсть у монстров. Но я не знаю, как это работает. А, уже 32 минуты, на этом надо заканчивать. Сейчас выйдем из подземелья. Сохранимся. Выйдем из подземелья, сохранимся, построим дома, еще раз сохранимся и... Нафиг. Закончим на этом. Еще серия будет. Или две даже. Я не знаю, смогу ли я с одного раза победить Драна. Да навряд ли. Дран сильный. Да и тактику я слабо помню. Так, ключик, ключик, ключик. Да, покиньте тюрьму на время. Да, сохранить надо, а то оружие получили для кошечки. Так, мельница, погоди, мельница. Дом Лауры. Тетушка с маленькой дочкой. И маленькая дочка. Запорчик. Вот давайте узнаем. Ага, я у них ничего не могу отобрать. Что еще у нас есть? Мосты.
Тетушка Лаура, что? Ох, это ты, Тон, как тебе это удалось? Ты тоже застрял в этом странном пузыре? Наш мэр, он всегда тратит время по пустякам с машинами в своем доме. Не могу выдержать шум из его дома. Я был бы благодарен, если бы ты убрал наш дом подальше от дома мэра. Вроде бы вы и так далеко. А Джина спешит сбежать. Интересно, что с ней происходит? А возле дома много всяких штук. Мне хочется хранилище, чтобы хранить всякое разное. Тыква. Тык-тык-тыква. Ух, нужно будет еще по домам побегать, потому что, кажется, на лестнице, на мельнице появились некоторые предметы. Эдамский фрукт, порошок силы, вкусная вода. А теперь посмотрите на это. Уточка. Уточка. Уточка, крё-крё. О, привет. Ах, Тон, я нашел тебя. Как ты больше не будешь со мной играть? А, не волнует. Я дам тебе это красивое перо, что на днях нашел на земле. А, не забывай о трицикле Джины. Поставь его возле дома, пожалуйста. Ну, какая воспитанная девочка. И трицикла у нас нету. Ну, давайте вам пока что фонарь. Такс. Ну что ж, да, вон там. Всем спасибо за просмотр.